Пошел снег. Небольшой, правда, такой как изморозь, но тем не менее, говорят, вечером вообще шел сильный снег. Прям машины залепило. Но в целом у нас солнце видно. С этой стороны синее небо. Минус 9 градусов. И, ребята, сегодня 101 день катания. И заключительный день катания здесь, в Приисковом, в этом сезоне. Да. 101 день – это антирекорд. Красавцы стоят, Новиков Эдишн. И, ребята, сегодня, так как я завершаю катание, нужно консервировать снегоходы. После того, как я приеду сюда, поставлю, пойду, переоденусь, проведу брифинг, и спустя 2-3 часа снегоход уже просохнет. Полы здесь сейчас жарят очень сильно, и в гараже жара. Я думаю, что несколько часов хватит для того, чтобы техника просохла. Я приду и законсервирую свой снегоход. Покажу, как это делать. Там ничего сложного. Снегоходы BRP, двигатель консервируется сам. Никаких манипуляций особо производить не надо. В общем, традиционно законсервирую снегоход и покажу это все в видео. Директор на страже. Порядка. Какие звуки издает. Он вчера, говорят, кусался даже. Да? Кусался? Надо осторожнее с ним. Очень злобный директор. Директор, директор! Важный. Вообще не подойти. Лаки! Собаки! И сегодня третий день, заключительный день школы. И, соответственно, заключительный день моего катания здесь. Поэтому до обеда мы занимаемся, тренируемся, а после обеда устроим костерок, тушеночка и отметим с чаем из бобера, отметим завершение сезона в Приисковом. Так что не будем терять времени, поехали в горы. Итак, мы уже на нашем учебном склоне. Ребята разогреваются. И здесь солнце. Кто бы мог подумать? В Приисковом пасмурно, а здесь солнце. А вчера было в Приисковом солнце, а потом пасмурно. Ну, к вечеру раздуло. Здесь небольшая изморозь идет такая. И немного подсыпало пухлого снега. Прям сантиметров где-то, наверное, 10. 5-10 сантиметров, и он реально такой пухлячок. Следы, которые мы сделали здесь 2 недели назад, они есть, они чувствуются, их видно. В общем,
Снега так себе. И как хорошо, что у меня заключительный день. Там вроде как снегопад стоит, но под большим вопросом на самом деле. А дальше через неделю плюсовая температура. Так что я вообще хорошо закрываюсь. 20 марта. Последний день катания в горах Кузнецкого Алатау. Ребята занимаются. У нас еще U-образный разворот сегодня. И будем сжечь костер. Говорить о том, какой замечательный сезон был этот. Немножко статистики. И потом будем консервировать снегоход вечером. Вот, ладно, занимаемся пока. Мы сменили склон на более мягкий. Тот укатали в бетон. Сюда надуло больше снега. Синее небо стало. Здесь вообще с этой стороны склона хорошо. Вернее, с этой стороны горы. Там с той стороны склон был такой. Там и ветерок, и пасмурно. А здесь прямо замечательно. В общем, да. Тренировки уже подходят к концу. Сейчас уже время к обеду. И я к обеду хочу развести костер. Хороший большой костер, тушеночка, в общем. Последний день катания проведем на позитиве. Благо, погода радует нас, компания радует, школа прогрессирует. Все хорошо. Да переверни его лучше, Сергей. Лучше вниз переверни, конечно. Страдать его ставить на склон, когда проще перевернуть. Оп, и еще раз. Нужно держать за лыжи, за ручки лыж, когда переворачиваешь. Оп, и поставил его. Все хорошо. Ладно, разжигаем костер. Так, костерочек начал заниматься. С костерком сразу так уютно становится. И у меня мои вот эти штуки. А, блин, контровое освещение. Не видно ничего. Так лучше видно. Наборы все позаканчивались уже. Буквально остатки. Спички, сухое горючее. Все, на следующий год нужно будет все новое. И жаль, что Икея ушла. Вот эти вот икеевские пенальчики. Очень удобно. Все расфасовал по ним. И в сумке сложил. Так все в сумке навалено. А так, такие штуки. Разогреваем тушеночку. Наша банда. И у нас, посмотрите, кто есть. Райдер Мармот. Настя, кто это? Расскажи. Это Мармот, он путешественник. Он был почти везде. Путешественник во времени? Просто путешественник по всем странам. Классно. У него есть своя страница в Инстаграм. Давай, назови, реклама будет. Little Мармот. Little Marmot, ребята, ссылочка будет в описании. Чуть было не успел. Значит, ребят, смотрите. Тушеночка с моим логотипом. Это парни из Пензы. Снабжают меня. Спасибо, ребята, огромное. Это пензенский лось. И тут, конечно, мало осталось, но тем не менее, посмотрите, просто объедение. И еще там на подходе Вурнары. Это мой подписчик. У него свое производство, семейное, небольшая фабрика по изготовлению правильных консерв. Сейчас будем пробовать и их. В общем, да. Вот это завершение сезона. Вот это я понимаю. Так, ну и Вурнары, ребят. Фокусируйся. Ну и еще, конечно, как без этого, Ялтинский лучок.
В общем, этот день я буду вспоминать все лето, ребят. До следующего ноября. А потом все начнется заново. Солнце прям не на шутку вышло, поэтому одену очки. Какая хорошая погода, чтобы завершить на позитиве этот сезон. Это просто подарок от природы, ребята. И каким был этот сезон? Давайте немножко поговорим об этом. Вчера в видео про 100 дней катания я уже сказал, что это были просто замечательные дни. И я рад, что они были именно такими, какими были. И нельзя сказать, что со снегом были какие-то проблемы. Локальные, да, были, но в целом не зря Приисковый называется меккой снегоходного движения России, центром снегоходинга России, потому как со снегом здесь всегда полный порядок. По обучению в этом году я обучил 92 человека. И на данный момент это окончательная цифра. Я сегодня утром все анкеты посчитал, получилось 92. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. В прошлом году цифра была около 140 человек. Это связано с тем, что стало меньше школ. Школа идет в пятницу, субботу, воскресенье. И то не в каждую. А в прошлом году было и в будни, и в выходные, и так несколько дней подряд. В этом же году было больше гидования, плюс я еще отдыхал. И вот на гидовании, особенно на гидовании Light, каталось со мной более 100 человек. При том, что там цифры приблизительные, потому что я набираю группу, и потом к группе еще присоединяется, когда мы уже выезжаем, еще несколько человек. И это получается там 10, там бывало 12 человек. И так каждую неделю. То есть в месяц проходило там 40-50 человек. Так что вполне можно сказать, что в этом сезоне со мной каталось более 200 человек. И плюс еще, ребята, онлайн-школа, в которой было 120 человек. Далее, дни катания. На данный момент это 101 день катания. И еще я надеюсь, что... Я прокатаюсь 4 дня на Камчатке. Буквально через неделю я улетаю на Камчатку. Там добавится еще 4 дня на горном снегоходе в горах. То есть я планирую откатать 105 дней. Но на данный момент 101 день, и это антирекорд. Потому как в сезоне 18-19 я откатал 106 дней. Уже больше. В сезоне 19-20 я откатал 102 дня. Это был самый... плохой, в кавычках, сезон, когда я катал 102 дня. В сезоне 20-21 я откатал 111 дней. Это рекорд, да, в прошлом году был рекорд. И в сезоне 21-22 на данный момент я откатал 101 день. Антирекорд. 101 день. Отличный результат, я считаю, но не будем останавливаться на достигнутом. Будем катать дальше, и вполне возможно будет 105 дней. Но об этом вы узнаете уже чуть-чуть позже. Я думаю, недели через две будет отдельный фильм на несколько часов про нашу поездку на Камчатку. А сейчас, ребята, заканчиваем этот замечательный день в горах Кузнецкого Алатау. Посмотрите, какая погода! Блин, ну... Это просто праздник какой-то, ребят. Перемещаемся в гараж, консервируем снегоход и уезжаем домой. Погнали! Итак, консервация снегохода. Если вы не будете эксплуатировать свой снегоход в течение 3 и более месяцев, то тогда его нужно законсервировать. Очень хорошо про консервацию написано в инструкции по эксплуатации к конкретному снегоходу. Я же буду консервировать сейчас свой снегоход. Это BRP Ski-Doo Summit на платформе G4 в комплектации Expert с мотором 850 ETEC. Двухтактный мотор устроен таким образом, что внутри него всегда есть воздух. И если вы не запускаете мотор длительное время, то внутри мотора некоторые детали могут начать окисляться.
И потом мотор выйдет из строя. Соответственно, если вы не планируете запускать двигатель в течение 3 и более месяцев, то его нужно законсервировать. Современные двигатели, такие как 800-й ETEC и 850-й ETEC, консервируются автоматически путем нажатия клавиш на приборной панели. Соответственно, при консервации снегохода первое, что нужно сделать, это законсервировать двигатель. На моем снегоходе BRP Ski-Doo Summit с 850-м ETEC-ом двигатель консервируется следующим образом. Первое, что нужно сделать, это прогреть двигатель до рабочей температуры. Запускаем и прогреваем. Все. Температура у нас рабочая, туннель снегохода нагрелся, это значит, что термостат открылся и охлаждающая жидкость пошла по большому кругу. Все, сейчас мы можем его консервировать, запускать процедуру консервации. Надо не забыть навигатор с собой забрать. Как запускается процедура консервации двигателя? Выставляете кнопкой на приборной панели одометр, это важно, именно одометр. Если выставите высоту, либо обороты двигателя, то процедура консервации не запустится. После того, как выставили одометр на приборной панели, нажимаете на кнопку пальцем одной руки и второй рукой переключаете дальний и ближний свет несколько раз, вот таким образом. Через несколько переключений на приборной панели загорится надпись «Нажмите на кнопку». По-моему, что-то такое. То есть нужно отпустить кнопку на приборной панели и нажать. Загорится слово «масло» и снегоход начнет консервировать двигатель. В этот момент увеличится подача масла в двигатель и внутри двигателя все будет смазано. Соответственно, потом двигатель глохнет и процедура консервации будет окончена. И еще важный момент. Перед запуском процедуры консервации нужно заполнить маслобак под пробку маслом и бензобак, соответственно, бензином точно так же под пробку. И еще нужно добавить в бензин стабилизатор топлива. Марка не важна, самое главное, чтобы он был качественный, не поддельный. Стабилизатор топлива нужен для того, чтобы бензин в процессе хранения снегохода не расслаивался. И продукты разложения бензина не забили топливопровод. Поэтому заливаем стабилизатор топлива, заливаем бензин под пробку, заливаем масло под пробку, прогреваем мотор, запускаем процедуру консервации и консервируем двигатель. Запускаем двигатель. Выставляем одометр. Повышаются обороты, очень много добавляется масла в двигатель, и он потом глохнет. Все, двигатель у нас законсервирован. Следующий этап консервации снегохода – это смазка подвески. Нужно прошприцевать все соединения подвески, и кроме того, что прошприцевать заднюю подвеску, нужно смазать шаровые опоры рычагов передней подвески, потому как на них за лето появляется коррозия. Этого не сказано в инструкции по эксплуатации, но мы здесь всегда это делаем. Потому что если этого не сделать сейчас весной, то осенью шаровые будут в таких раковинках. Поэтому шприцуем.
Все, подвеска смазана. Идем дальше. Вообще, эту операцию нужно было сделать изначально, вывесить гусеницу. И, кстати, в инструкции по эксплуатации сказано, что ослаблять гусеницу не надо. Вообще, я считаю, что и вывешивать особо не надо. Ничего не будет зацепом за там, 3, 5, 6 месяцев, то, что они стоят. Но инструкция по эксплуатации говорит о том, что нужно вывесить гусеницу. Мы следуем инструкции по эксплуатации. Все, гусеница у нас вывешена, еще бы нужно обжечь ее, но это уже потом. Кроме всего прочего, все поверхности, которые могут окислиться, да вообще все поверхности на снегоходе, я предварительно очищаю специальным очистителем и обрабатываю силиконовой смазкой. Фирма не важна, самое главное, чтобы они были защищены. Конечно, после того, как просиликонил его, вид совершенно другой, он такой весь горит. Ну и напоследок, ветошь в выхлопную трубу, чтобы в двигателе не гулял воздух. И хранить снегоход нужно в сухом помещении, ни в коем случае не там, где сырость. Здесь у нас летом очень сухо и темно, и в принципе здесь не нужно накрывать чехлом. Инструкция говорит о том, что нужно обязательно накрыть чехлом, но это если вы храните где-то, где имеет место попадать солнечный свет. Здесь солнечный свет сюда не проникает, поэтому накрывать чехлом в принципе не надо. И здесь не пыльно. Поэтому просто затыкаем выхлопную трубу ветошью. И ничего страшного, если вы забудете достать ветошь. При первом запуске она вылетит из выхлопной, вы даже не заметите. Все, ключик забираю на всякий случай. А снегоход остается здесь до осени. Будет стоять и ждать меня. Все, ребята. Снегоходный сезон в Приисковом 2021 объявляю закрытым, хотя официальное закрытие было вчера. Но еще остается 4 дня Камчатки, это будет очень интересно и это будет новый для меня опыт в незнакомом месте, где я ни разу не был. Так что, ребята, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Спасибо вам огромное, что были этот сезон со мной. Всем пока!